Вот сколько в России верфей, которые могут построить лодку 15+. Ну, 5. На самом деле, вот здесь, вот в Турции, даже только в регионе Мугла, порядка 20 судостроительных предприятий, которые строят лодки от 15 метров. Культура производства этого производства меня порадовала. Я видел много строек, и я понимаю, где вот есть культура, где ее нету. Меня единственное, что здесь удивило, вот по моим меркам, что здесь на такой огромной территории, в таких больших ангарах, работает не так много человек. Но с другой стороны, вот пометуя, возьмешь любую голландскую верфь, которая существует там 50+ лет, смотришь ее историю, а там реально работает 20, ну максимум 30 человек. На этой верфи я вот примерно так вот навскидку, но всей этой территории насчитал, может быть, человек 50 вместе с офисом. Конечно же, здесь есть офис, и даже секретарь, и даже есть шикарный супербосс-руководитель, ну и, конечно же, отдел дизайна, отдел конструкторский, инженерный. Минимальный размер лодок, который здесь строят, 15 метров. Максимальный, который вот они сейчас у них есть в портфеле, это 70 метров. Для меня, во-первых, было интересно, а сколько занимает процесс строительства. Ответ такой: от 12 до 24 месяцев, в зависимости от сложности проекта. Можно ли наблюдать, вести аутсорс своего проекта? Да, можно. Можно поставить своих наблюдателей. Опять же, вы можете прийти со своим дизайнером и построить тот борт со своим дизайнером. Но, друзья мои, не стоит борщить и приводить сюда дизайнера, который сделал вам вашу квартиру или ваш дом. Потому что, я знаю, судостроители ругаются, когда к ним на стройку приводят домашних дизайнеров. Это совершенно другая история. Я задал важный для меня вопрос, могут ли здесь реализовать мой проект. Не их проект, а мой проект. Ну, например, Брюса Робертса. Я получил ответ «да». Здесь есть столярный цех, здесь есть малярка, есть здесь жестянка. Вот здесь есть 4 сейчас суперяхты, которые здесь стоят. У них в портфеле уже 30 готовых проектов. 50 проектов они сделали полный глубокий рефит. Если вам это интересно, если у вас есть потребность построить свою яхту, потому что в Европе вы сейчас ее не построите, турецкие, российские отношения норм, деньги из России в Турцию ходят норм, поэтому строить будем здесь, если нужно, я ваш поверенный в этих делах. Друзья, ну и прежде чем мы с вами сейчас зайдем в офис и в производственные цеха, я напоминаю, что это YouTube, чтобы здесь принято ставить лайки для продвижения канала, писать комментарии, ну и, конечно же, подписываться. Ну что, погнали в цех смотреть суперяхты. Вот это ангар, вот это стальные яхты. Вот эта вот яхта у меня 45 метров по левому борту. А вот это 50. Стальная, 50-метровая. Ну какая она! Слушайте, я вот, если честно, даже не предполагал, что на такой может быть здесь размерчик. Каждый, у кого нет яхты, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть яхта, мечтает ее продать. Маркет «Люди и лодки». Мы ходим по воде. А, друзья мои, как вам ландшафтный дизайн? Тут целый садик, черт побери. Приятно, приятно. Это вот у нас центральный вход на верфь. Вот скажу честно, когда я ехал сюда неподготовленным, я предполагал, что я попаду... Да, честно говоря, я не понимал, куда я попаду. А вот попал я в такое современное предприятие с архитектурой здания, с приятной входной группой, которая находится в горах, у моря, и имеет огромные территории, несколько ангаров для строительства. Погнали в офис Архяхт задавать вопросы, которые важны для вас и для меня при постройке лодки в Турции. Почти обзор яхты, только это у нас офис. Пока мы сидим в переговорке и ждем супербосса, мне показывают на большом экране лодки, которые сделаны на этой верфи. И я смотрю, с каким энтузиазмом горят глаза, как ярко обсуждают, показывают, рассказывают мне турецкие специалисты про свои лодки.
открываешь дверь офиса, думая, что ты заходишь условно в туалет, а ты оказываешься сразу в ангаре. Я нечто подобное видел на многих строительных предприятиях, и каждый раз я к этому был не готов. Потому что иногда, конечно, бывает стеклянная стена, но чаще всего вот эта дверь, и ты открылся, и вот ты сразу здесь, на стройке большого железного судна. Круто, погнали дальше. Столярное производство, я на самом деле удивлен, что оно небольшое, потому что, казалось бы, вот такое количество судов и такое количество дерева, и все это сделано здесь. Могу, конечно, ошибаться, но представители верфи мне сказали, что все делается на одной локации. Может быть, многие вещи привозятся от подрядчиков, может быть. Если вы связаны с производством, то вы поймете, что это стоит за станок. Ну что, большая токарочка. Я вспомнил одну такую пикантную деталюшечку. Я когда-то работал на заводе «Жмаш» и был даже токарем. У меня даже есть квалификационное удостоверение токаря. Фрезеровщика там какого-то разряда. Я что-то там собирал, что-то к автомату Калашникова, Ижевск, Ижмаш, 92-93 год. Две большие подъемные лестницы по левому и по правому борту. Кринолин, такого, знаете, яхтенно-парусного типа. Ширина, как мне кажется, этой лодки не меньше 7 метров. А длина у нее, ну что, сейчас попробую подняться на пару ступенек. А длина у нее, я думаю, 30 метров. Здесь, возможно, будет open space, потому что это верхний уровень. Здесь, скорее всего, будет ходовой мостик и огромный салон. Толстенный слой матов, шума, вибро и теплоизоляции. Вдоль борта будут зашитыми идут магистрали. Потолок у нас прям серьезный, такие швеллерные балки. Друзья, я в своей яхтенной жизни уже повстречал много производств. Достаточно много. И в России был, и за рубежом. Ну, скажу, что самая большая верфь, на которой я был, это Беринг Яхт, опять же, находящийся в Турции. Скажу честно, по масштабу это примерно тот же самый размер, 30-50 метров. Единственное, что меня здесь немного удивляет, что здесь нет такого количества людей, которые я, в цеху я имею в виду, которые я видел на Беринге. Вот такого количества здесь нет, потому что там, ну, прямо сотни рабочих сновали туда-сюда, а здесь, в принципе, каждый цех, ну, это там десяток, два десятка человек, которые тихонечко, не торопясь, что-то делают. И опять же, в офисе, в инженерной части, в дизайнерской людей было очень мало. Ну, остается здесь и сейчас только лишь дофантазировать, как будет устроено это помещение. Возможно, оно будет поделено на десяток кубриков, а возможно, здесь будет один огромный мастер, две гостевые каюты, ну и санузлы. Может быть. Я думаю, что под каждого заказчика такой интерьер создается индивидуально. Друзья, я не производственник, мне достаточно трудно оценить технологии, которые применяются на этой лодке. Я думаю, среди моей аудитории есть и инженеры, и технологи, и самые настоящие производственники, которые могут прокомментировать то, что я сейчас показываю, прокомментировать эту картинку. Со своей стороны я хочу сказать, что культура производства этого предприятия, она комфортная, у меня совершенно нет никаких вопросов. По своей основной профессии, кстати, ладно, не буду говорить про свою основную профессию, потому что я уже в ней не тружусь, просто много времени я ей отдал.
Я очень много времени проводил с большой стройкой. Я работал со строящимися небоскребами, аэропортами, стадионами. Поэтому могу сказать, что стройку я видел, и культура производства стройки всегда и везде разная. Единственное, что здесь меня сейчас удивляет, вот действительно малое количество людей, которые здесь вижу. Я не знаю, нарушает ли это технологический процесс, технологический цикл, но, наверное, нужно смотреть графики. Если люди работают по графику, то какая тебе разница, 150 здесь человек около лодки крутится или 10? Все-таки Турция, на мой взгляд, идеальное место для того, чтобы строить яхты, потому что здесь даже сейчас, в феврале, комфортная температура, плюс 10, плюс 15, помещение отапливать не нужно, зимняя спецодежда не нужна, ну и все вытекающие отсюда кругом сухо, никакой слякоти, никакой сырости, и сразу же мы имеем выход на море. Вот оно, за ангаром у нас сразу виднеется море. Прокатил лодочку и сразу куда-то там ее спустил, и пошла она своим ходом. Минимальная логистика на доставку до воды и до клиента. Друзья, ну вот и раз мы здесь уже сейчас в сухом доке, на стройке, у нас есть удивительная возможность подняться на борт этой 85-футовой супер-яхты. А я задал вопрос представителю верфи, все ли здесь делается под ключ. Мне сказали да. Ну, я не уверен, что прям конкретно в этом ангаре, потому что ангаров на территории много, территория огромная. Но экстерьер, сам корпус и интерьер... Делается все на одной локации. Соответственно, мы можем предположить, что мы можем контролировать всю стройку от и до, находясь на одной локации. Ну, я предлагаю подняться на борт и посмотреть, как же там внутри. Да, пока не поднялись по поводу экстерьера. Вот я скажу честно, я до конца не понимаю, не могу определить какой-то характерный стиль. С одной стороны, ну, во-первых, это современно, во-вторых, это свежо, в-третьих, это... Отчасти чуть-чуть похожи на Италию, немного на Германию и на Англию. И в меньшей степени здесь я вижу Турцию, а в большей степени я вижу какой-то американо-турецко-русский Беринг. Ну, ровно потому, что это такой, знаете, образ экспедиционной яхты псевдо-траулерного типа. Я уже начинаю говорить псевдо, потому что обратного наклона лобового стекла здесь нет. Он под прямым 90 градусов. Друзья, ну вот предлагаю еще раз с высоты оценить 50-футовую стальную парусную яхту от Ark Yachts. Будет что-то интересное. Предлагаю следить за проектом. Ну, а я поднялся на борт 85-футовой новой строящейся лодки. Это моторная яхта. Ох, всегда трепетно бывать на стройке. Вот когда ты понимаешь, что вот-вот оно все только начинается. Вот оно, рождение будущей лодки. Это прямо как, ну, как рождение всего чего-то нового, большого, знакового и красивого. Скажу честно, меня немного смущает, что здесь такое тонкое стекло, и оно не в раме, оно вклеенное стекло. Может быть, для 85-футовых лодок это нормально? Будем разбираться. Вообще, конечно, интерьер. Я, может быть, не видел интерьеров современных таких лухари яхт, но вот стеклянная лестница, это, конечно, я вижу впервые. Это очень интересно. Ну, деревяшечка, ей никого не удивить. Все понятно. Современные блоки управления климатом. Камень. Натуральный. Камень, может быть, и не натуральный, но нет, это, по-моему, все-таки пластик. Это пластик, но выглядит абсолютно как натуральный камень, с такой мозаикой в форме буквы X. Слушайте, ну места, конечно, на 85 футах неприлично много. Потолок у нас тканевый. Светильники, причем, вот ну, такие светильники всю жизнь бывают на лодках. И с этим 20-летнюю лодку там будут такие светильники. На самом деле, должен сказать, что такая кухня
такая кухня органично бы вписалась в любую новостройку. Такую, квартирную. И даже, может быть, новостройку не бизнес-класс, а какой-нибудь комфорт. Но в премиальной яхте хотелось бы видеть какие-то более стильные, оригинальные, может быть, судовые решения, которых здесь нету. Капитанский мостик. Ну, про окна вы сами все видите. Нет никакого наклона, абсолютно вертикальное остекление, прекрасная обзорность. Правда, вот эти вот деревянные балки, они, знаете, ну настолько балки, что такое ощущение, что это какие-то прям постаменты какой-то стены. У меня здесь есть ощущение, что мне немного здесь тесно. Наверное, все-таки пространство этой лодки не предусматривает собираться здесь большой компанией, а это такое, знаете, рабочее место капитана. Хотя, знаете, вот место капитана – это такое место сбора людей, которые неравнодушны к тому, что происходит у тебя по курсу. И люди здесь собираются, сидят, общаются, смотрят карты, выпивают, в конце концов, проводят время в движении, в наблюдении за горизонтом. Здесь, похоже, это все будет не так. Мини, слушайте, ну это прям реально такая миниатюрная ручка, я такого не встречал, я первый раз такое вижу. Это вообще как бы нормально или как? Есть, вы знаете, в этом стиле какая-то олдскульность. Бесспорно, у этой панели приборов есть дизайн, бесспорно, но при этом дизайн такой нарочито архаичный, вот с такими вот старинными приборами, но я предполагаю, что к двигателям, к этим, вот идут такие приборы, и другими они должны быть. И это как хорошие, дорогие аналоговые часы, которые иногда бывают чересчур архаичными. В данном случае архаика, я не знаю, идет ли она на пользу этому интерьеру. Нужно, наверное, будет в конце увидеть все это в деталях и уже четко понимать, что в принципе сделало интерьер приборной доски. Вот этот вот щиток от двигателя, либо сама консоль, вот она такая. Ну, по навигации мы видим, что у нас здесь есть Raymarine. Подруливающие устройства трастера у нас, как вы видите, гидравлические. Все уже подключено, кнопочки горят, сборка идет. Вот если я принимаю положение, что я стою у штурвала, ну, на самом деле, вот я здесь уже уперся, смотрите, куда. Вот я уперся, я стою у штурвала, и у штурвала, которого нет, да, вот я стою, и голова моя. Ну, то есть диванчик здесь будет, посидеть мы здесь сможем. Но места не так много, как могло бы быть в 85-футовой лодке. Так, погнали вниз в жилые пространства. Сейчас у нас есть удивительная возможность. О, мастер. Вот видите, сразу пришел в мастер. У нас есть удивительная возможность увидеть качество этого интерьера. Мираба, всем привет, с вами Андрей Казанский. Качество этого интерьера еще на стадии, знаете, такой предфинишной сборки. Мебель серьезная, друзья мои. Она прям такая качественная. Прямо чувствуется, что это дерево-дерево. Оно тактильно очень приятно. Все-таки турки умеют работать с деревом. И то, что вот здесь, например, угол не острый, в очередной раз говорит о том, что это лодка. И о том, что люди предусмотрели на лодке такие решения. Встроенный лючок иллюминатора в большое окно. Вероятно, здесь еще будут жалюзи. Гардеробная комната в 85-м размере, да? А почему нет? Где даже штанга для подвеса одежды с диодной подсветкой. На потолке у нас такого гобеленового уровня ткань, а здесь у нас алькантара. Приятное сочетание. Вы знаете, здесь нет какой-то вычурности, которая иногда характерна турецким производителям. Здесь, в принципе, все очень сдержанно и сделано в стиле интерьера взрослого, такого солидного 60+ мужчины, который уже знает, что он хочет, и вряд ли его в данный момент
будут радовать какие-то радужные, яркие, неформальные цвета, человек склонен к классическим решениям. Тем более, если это касается внутреннего заказчика, который может быть гражданином Турции, сразу себе представляется уважаемый, серьезный предприниматель, возможно, владелец строительной компании, которая застраивает город Стамбул. Душевая кабина, большая душевая кабина, она прям сильно большая. Да, места много. В общем, друзья мои, мастер-каюта у нас имеет и гардеробную комнату, и свой санузел. Стоим мы здесь в полный рост. Перемещение в пространстве у нас более чем приятное, не ограниченное ничем. Гостевая каюта. Для тех, кому интересно, вот смотрите качество интерьера. Здесь у нас опять же гобелен. И здесь у нас свой же санузел. Посмотрим, насколько он большего или меньшего размера, чем в мастере. Душевая кабина меньшего размера, но все так же современная сантехника. Мраморный рисунок стены. Вторая гостевая каюта примерно такая же по размерам и тоже имеет свой гальон. Везде в каждой каюте системы пожаротушения. Так, и вот здесь у нас еще одна маленькая гостевая каюта. И опять же с каким-то прямо большим и таким неформальным. На самом деле вот это вот самый интересный гальюн с такими большими вертикальными окнами. Я даже в какой-то момент подумал, что здесь могла бы быть сауна. Но предполагаю, что раз ее здесь нет, сауны, а она могла бы быть, то заказчик, скорее всего, не сибиряк, не губернатор какого-нибудь нашего федерального округа, там, где любит париться в баньке. Но, с другой стороны, и турецкий хамам был бы здесь вполне себе в пору, потому что, например, на одном из траулеров обзор, на который есть на моем канале, есть баня, и траулер этот современный, и баня там есть. Почти португальский мостик у нас на носу, большая якорная группа, диванная зона, люки, которые ведут нас в центральную, в малую каюту. Собственно, вот, наверное, и все, что касается... А вот здесь еще находится... А вот здесь у нас находится ходовой гальюн. Ходовой гальюн. Тот гальюн, который вам нужен, вот когда вы работаете на камбузе, или управляете своей лодкой, или, собственно, вы проводите время в гостевой кают-компании. Посмотрите, какая стеклянная лестница. Даже вот любопытно, куда ведет эта стеклянная лестница. В какой-то момент мне даже... показалось, что здесь не флайбридж, а здесь какой-то такой второй уровень, потому что стеклянную лестницу, уходящую на второй уровень, я еще не видел. Друзья, чудо чудное. Вот это вот что такое? В хорошем смысле мое удивление. Это может быть реально, прям в какой-то момент показалось, что это может быть камином, телевизором. Я не знаю, что это. Здесь у нас гриль-станция. Не буду открывать пост, но он, соответственно, дублирует нижний уровень. Посмотрите, как выглядит на этапе строительства корпус 35-метровой будущей парусной стальной яхты. Впечатляет, не правда ли? Не пойду я уже никуда по Потопщину, просто... Оцените размеры
кормовой части этого судна. Лебедки. Какие серьезные большие утки. Огромный будущий кринолин. И вот здесь у нас находится машинерия. Давайте-ка мы уже заглянем в машинное отделение. По-настоящему. Взрослое. Ну, вот так вот, да? Да, вот так вот, когда ты заходишь в полный рост и находишься прям в большом, друзья мои, в огромном пространстве, в огромном, в полный рост, и видишь вот два таких больших красавца, американца, промышленных, с очень большим запасом прочности Джон Дере. Я бы очень бы хотел попросить своего американского друга Вадима прокомментировать, что он знает про эти двигатели, потому что Вадим вообще фанат американских судовых дизелей. Насколько я знаю, это коммерческие двигатели с очень большим запасом прочности, которые ходят не один десяток тысяч моточасов. Поэтому, Вадим, пожалуйста, отпишись в комментариях все, что ты знаешь про эти двигатели. Ну и вот сразу же машинное отделение, и у нас крюк-кабина. Вот здесь у нас будет жить один из членов экипажа. Причем обратите внимание, что по интерьеру, по качеству отделки этого помещения и деревяшка, и текстиль на потолке ровно такой же, как в основном салоне. Если вам придется когда-нибудь управлять этим судном, то знайте, что управлять вы будете с полным комфортом. Думаю, капитан на этой лодке будет человеком высокооплачиваемым, поэтому все ему сделано с комфортом. Друзья мои, обратите внимание, что киль у нас закрывает перья руля и винты. То есть на этой лодке, если вы сядете на мель, обратите внимание на толщину этого киля. Слушайте, да хоть в шлюзе можно садиться. Могу сказать, что до своего заказчика, до человека, который делегировал меня приехать на эту верфь, я донесу исключительно положительные оценки о этом производстве. Я побывал на трех лодках, на трех проектах этой верфи. Они полностью меня удовлетворили, соответственно, моего заказчика. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время приступим к стройке. Мой московский офис для вас открыт. Будем строить яхты в Турции. Доступно. Погнали. Неважно, где ты находишься, на реке или в море, важно, с кем ты. Сообщество «Люди и лодки» ценит общение с тобой.